рейс задержали. Давай по всем этим, по табло в интернете смотреть, приземлился ли самолет. Где он вообще есть? Я звоню в авиакомпанию. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Все, приземлились ребята. Они уже там, слава богу, все хорошо. Все, все, с ними все нормально, все хорошо. Спасибо всем, кто беспокоился. Я видела, читала. Я наконец-то добралась до кофе. Сбегали мы на почту, я говорила. Отправили посылки. Оставлю, надо вот красивые банки, герметично закрывающиеся, купить по кофе, да, Виталь? Чтоб насыпать туда, чтоб не в этих пакетах стояли. Хочу сварить кофе. Очень. Открою баварский шоколад прямо сразу. А где же мои ножнички? Ты не знаешь случайно? Нет. Блин. Куда-то заснула ножнички вообще. Памяти никакой. Катюшки зашли, пополивали цветы. Ой, какой запах кофе. Это блаженство, просто блаженство. Ой, блаженство. Сейчас я буду наслаждаться жизнью. Надо купить герметично закрывающиеся штуки. Баночки, причем какие-нибудь красивенькие. И хлеб забыла. Что самое главное, еще когда я хлеб замесила, забыла, только сейчас я его в форму переложила. Виталик мороженое кушает, я тоже захотела мороженого. Сейчас сварю кофе, буду с мороженым. И, может быть, даже лягу спать, потому что несколько дней подряд ложились поздно, просыпались рано. Раз, два. А за эти 4 ложки я сделаю покрепче. С молочком. Чашка так и ждала уже. Я в нее налила. Ой, какой запах кофе. Нереально. Ура, все сделали.